хоть и значится в почтовом адресе микрорайона деревня Лопатина, а сельскими жителями этих людей вряд ли назовешь. Под стать современному жилому комплексу и детский сад. Сегодня откроет свои двери муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 29. Мечта». В церемонии открытия приняли участие представители застройщика, руководство администрации района и булатниковского поселения, родители и дети, будущие хозяева мечты. Слава всем строителям за такой почин и руководителям разных величин. Детский сад общей площадью более 3000 квадратных метров рассчитан на 8 групп, которые смогут посещать более 200 детей от 2 до 6 лет. В конце церемонии открытия строители передали символичный ключ руководителю учреждения. Ключ вручается заведующей детского сада номер 29 «Мечта» Бурденко Любови Ивановне. Красную ленту перед входом в детский сад глава района Валерий Венцель перерезал вместе с одной из будущих хозяек детского сада, после чего гости, в числе которых были и руководители других детских садов района, отправились на небольшую экскурсию, которую для них провела заведующая Любовь Бурденко. А здесь, пожалуйста, здесь горячий цех у нас. Просторные, красивые коридоры, великолепные группы со спальнями, раздельные санузлы для девочек и мальчиков. То есть детей с раннего возраста приучают к красивому, прекрасному и соблюдать правила личной гигиены. Это очень важно. Ну, радуйтесь за коллектор. Очень радуюсь и немножко завидую. На территории детского сада устроены прогулочные зоны для 8 групп с верандами. Для обеспечения доступности здания для маломобильных групп граждан в учреждении создана безбарьерная среда. В нашем детском саду все оборудовано согласно федеральных государственных образовательных стандартов. Оборудован детский сад, конечно же, пандусом в первую очередь. Предусмотрен санузел для инвалидов. Также у нас есть лифт. Тоже предназначенный для инвалидов. Изначально предполагалось, что детский сад будет сдан значительно позже, но совместная работа администрации и застройщика принесла свои плоды. Садик мы сдали раньше срока. Мы с котлована до завершения строительства заняло ровно 1 год. Вовремя всегда нам помогали разрешительные, технические документации. Ну и, конечно, осуществляли контроль, оказывали всяческую помощь, решение различных вопросов, которые у нас возникали в процессе строительства этого садика. Хотим сказать большое спасибо. В детском саду предусмотрены групповые помещения для кружковой работы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, оборудованы спортивные и музыкальные залы. Мы сегодня получили замечательный детский сад, который соответствует всем требованиям, нормативам. Здесь тепло, уютно. Здесь застройщик постарался и наполнил каждое помещение такими небольшими малыми формами, которые будут радовать наших детей. Поэтому я уверен, что название детского сада «Мечта», оно будет способствовать тому, что все-таки детские мечты будут осуществляться именно здесь. В ближайшее время в жилом комплексе в непосредственной близости от детского сада планируется сдача в эксплуатацию общеобразовательной школы на более чем 1000 мест. Максим Козлов, Владимир Бижонов. Видное ТВ.